мы прошли с вами большой такой, не знаю, это большой путь, на самом деле. Я не знаю, как вы все это дело уложили, выдержали. Вы молодцы, а вы кому занимались по 4 часа в день? Какая-то медитация? Возьмите меня просто. Девочка, можешь тебе сюда встать? Да, да, давай, давай. Я медитирую с вами, все сняла. Спасибо, дорогая. Вот, а потому что, ну, как бы мы открыли процесс, теперь его нужно закрыть. У нас сегодня последнее занятие будет. А, я прошу, меня хвалить не надо. Но вы просто скажите, что вам это дало, вот это вот все наше. Что вы с собой увезете? Может быть, на какие-то ваши вопросы получили ответы? Может быть, ну что-то всковырнули и с чем-то понимаете, что будете работать? Ну вот такие вот вещи какие-то вот для себя важные. Потому что каждый сейчас пороется в мозгах и найдет что-то еще для себя важное. Кто хочет начать? Я, поскольку уже первое скажу, ладно. Да. Мне сейчас очень понравилось. Я не первый раз, ну не на таких точно, на подобных тренингах. А ваш самый приятный, честно. На других прям не жалели. Гоняли. Еще, Лена, я вам хочу сказать, что вы очень приятный человек, и мне вас нравится такая в наше время редкая черта. Вы что-то сделали для себя и этим поделились. Вот этого сейчас не хватает у людей, делиться с другими вот своими знаниями, своими эмоциями, своими какими-то мечтами даже где-то. Вы умница ваша. Спасибо. Девочки, вам тоже большое спасибо. Очень приятно было заниматься. Все старались, все приехали. Не то, что там как-то я попала в компанию молодежи. Они, конечно, там дурака валяли, а мы все-таки, да, мы взрослые, знаем, что нам надо. Да. Ну да, все прям отпахали. Я вообще, по моему ощущениям, в вуз надо идти где-то лет 40, не раньше. Да, потому что когда мы идем 20, все там нам, 9, все, сколько школ? 17. Мы просто, конечно. Вот мне теперь третий легко, и возраст это вообще ни о чем. И вот меня, почему я поехала сюда больше, меня вот именно искренность ваша. Вот знания там умных людей много-много, а вот именно такая вот искренность и подача. Вот на это как бы я пошла. Нет, ну я на все-таки профессионал. Все-таки ну, вот ее три упражнения, которые она дала меня прям. Ну, профессионал в своей области девушки, много, о себе. Вот именно. Если вот можно, о себе. Ваше понимание. Вот, а когда я сюда ехала, у меня еще были какие-то, сейчас, сомнения, что я буду там что-то в своей жизни менять или не буду. Теперь у меня все эти сомнения улетучились, и с Нового года, и мурашки, у меня точно новая жизнь. И вот я там смотрю на людей, да, вот я вот по жизни занимаюсь тем-то, тем-то, а когда вот с человеком поговоришь, открываются, мурашки, совершенно по-другому, и у меня, знаете, вот глаза на многое открылись, ну, в том числе и на себя. Упражнение, да, и завтра у меня буквально будет фотоальбом с некоторыми фотографиями, там, ну, не знаю, процентов 10, если кому интересно, я похвастаюсь. Я скажу тоже о своем осознании, да, что, ну, я ехала реально заниматься лицом. Я выбирала, ну, вас я выбрала сердцем, если честно. Да, да. Вот, это однозначно, то есть, ну, больше всего для меня открытие тоже до слез. А что приехали такие классные девчонки, вот просто. Для меня это как бы, ну насколько мы все, ну единомышленники, какие-то одинаковые. Лариса, это вирус. Сейчас все заревут. Девочки, это вполне нормально. И если вот слезы пошли, их не надо сдерживать. Да, да, у меня тоже слезы. Поревемся. Это нормальный процесс. И это самый энерджайзер. Это вот именно, это искренность. Это говорит об искренности. Да, на моей выдающейся груди можно это, поплакать. Да, на нем многие люди открываются. Олечка, что-нибудь скажите. Ну, я второгодница, давайте как-то еще пока первый. Она потом, как умудренная вторым опытом, скажет, чем отличается одно от другого. Мы стали моложе, стали стройнее, стали немножко как подхудели, узнали много.
даже то, что знали, но здесь это все настолько точно, настолько, дай Бог, продолжить это. Что значит, дай Бог, а по-другому нельзя? Мы приедем в следующий раз, и, пожалуйста, отчет, что я шла по такому-то пути, и все. Да, так скайп, что группа у вас сохранена. В скайпе, да, и... Еще одна второгодница. Ну, Лена говорит не хвалить. Ладно, я в конце скажу про Лену, а сейчас хочу сказать вначале о всех вас. Я просто, мне Господь послал вот все этапы жизни, которые мне предстоят. И я так этим вдохновлена всеми вами, понимаете, что вы все такие... Не вы, а мы. Что мы все такие трудолюбивые. Все такие жизнелюбивые, радостные. И все такие оптимистичные. И молодые, красивые. Такие любящие. И все с таким большим сердцем. С таким любящим, открытым сердцем. И вот я уверена, что только Лена могла притянуть всех нас, потому что в прошлый раз было то же самое. Я сейчас уже убеждена, что это не просто так мы собрались, а вот что именно Лена притянула, вот то, какая она, притянула всех нас. И уже, и это раз. Потом надо отдать должное профессионализму, а еще человеческим качествам я хочу сказать. Вот эта открытость, доброта, искренность, это сейчас дорогого стоит в мире. И любовь, которой ты делишься со всеми нами, Лена, это очень дорогого стоит. Просто неформально, не за деньги, это все не купишь ни за что. Низкий тебе поклон. И тебе всяческих благ, и дальше что, все, что у тебя... И нам всем, чтобы все как бы... Ну, если есть на то воля Божья, чтобы то, как вы запланировали, все получилось. У всех у нас лица расправились, осанка постройнела, все мы красивые, прям макушки вытянулись, радостные, любящие. Спасибо вам большое за все. Я очень рада, что я приехала, что маму взяла с собой. Я сомневалась. Я человек такой загруженный, у меня, конечно, очень много работы, консультаций. И вот это вот было выцепить эти дни. Но я понимала, что если я хотела, думала, или онлайн-курс взять вот этот большой, или здесь, что я просто дома не смогу себя вот заставить. И потому что вот все-таки живой курс — это совсем другое. И вот это вот, когда прочувствуешь, это ни с чем не сравнить, как вот онлайн. Конечно, онлайн, Лена, очень хорошие курсы и вот эти вот лекции, но я думаю, что вот мы это прочувствовали, и сейчас уже невозможно их не делать, вот эти уроки, да. А когда по видео посмотрела, думаю, а там что-то это вот, да. Именно вот это меня смотивировало приехать. И как раз получилось, что было время. И я очень благодарна за этот курс. Лена, очень здорово, очень профессионально. Вот просто вот на все 100 баллов. Большое спасибо, да. Супер, да. И, конечно, группа, поддержка, это было, это, конечно, большую роль сыграло, да, что вы такие все хорошие. Спасибо. Ну, я, в общем-то, не знала, что будет точно во второй части работы с телом, но это мне больше понравилось, потому что это настолько поддерживает вообще весь организм. То есть именно как бы с уважением относиться к тому, что мы там не включаем, к тому, что мы включаем. То есть как бы осознавать, что у нас там происходит. И когда мы это все осознаем, то, естественно, все проблемы решаются, то есть вертикаль держится. Вот. И это самое главное. Спасибо. Девочки, мне пора, я гимнастику не видела, но послушала хорошие слова. Давайте все группы. Ну, нет, они не безобразные. А ты уже прямо сейчас. Сейчас, одну секунду.
Давайте, кто уходит, вокруг того мы сейчас делаем заворотик. Возьмитесь, возьмитесь его так. А, заворотик, давайте, да, ну, войдем мы в этот заворотик. Девочки, сгрудились. Вот так вот и делайте, вот друг друга держите за талии, за талии. Держитесь. Нет, подождите, тут надо тем разомкнуться. Подождите, подождите. Дайте мне вторую руку вашу просто. Таня. Смотрите, и Таня начинает... А вы тут так, нет, я не готова. Да. Нет, а что, ну, надо, Таня, делать? Что мы будем, сейчас будем вертеться вокруг, вокруг самой такой вот опытной нашей студентки. Если можно, вот эту руку вы просто... Вот эту руку? Вы ее держите. Я ее держу. А вы начинаете просто как улиточка вокруг себя. Я поняла, что ты думаешь. Заворачиваетесь. Такой рулончик. Да, начинаете вращаться. Да, начинаете. А вы держите. Держите. Я тебя заворачиваю. Я ворот делаю. Медленнее. Еще медленнее. Подожди, а мы завернулся. Вот, Элизабет, это центр наш. Это то, к чему нам нужно стремиться и 100 лет выглядеть как Элизабет. Давайте, девушки, на нем расскажите ему что-нибудь. Старости! Нет! Долго говорить не буду, начал плакать. Я узнала много. Самое главное, чтобы это применять, потому что, вернувшись назад в обычную жизнь, возникает очень много других проблем и вопросов. Поэтому я очень-очень надеюсь, что я буду ученицей хорошей, вот, ответственной. И всем желаю этого, чтобы дальше мы работали с этим. Всех хочу поблагодарить, потому что было уютно, комфортно, в компании, да, вот, вот как будто много-много лет знакомы, да, это, да, очень было приятно, поэтому всем спасибо, надеюсь, когда-нибудь увидимся, но, по крайней мере, в чем-то еще будем пересекаться, поэтому всем удачи, спасибо, Лена. Я хочу тоже поблагодарить всех. Поблагодарить Лену за мою теперешнюю осанку. Спасибо. За мои волосики, да? Которые растут. Еще лучше. За нос. Все, что я применяла до этого, да, вот поделилась с девочками, они увидели тоже результат. Спасибо огромное. Ну, еще больше узнала, я надеюсь, применять тоже, да. Особенно осанка, которая меня, собственно говоря, просто-напросто убивала. Спасибо за ваши знания. Спасибо моим девочкам, родным, хорошим. Действительно, прям там как-то родными чувствую. Правда. Правда, всех люблю, такие все умницы, красавицы вообще, считаю я. Спасибо всем. Спасибо. Я хочу сказать спасибо каждой девочке, которая участвовала в этом тренинге, потому что я получала поддержку от каждого члена нашей команды, мы уже так сплотились, каждый давал что-то свое, и на самом деле это было искренне, открыто, приятно, с любовью. Юре большое спасибо. Да, Юре тоже. Потому что это те организаторские моменты, которые не легли на плечи Лены или Юза. Конечно, я о себе я узнала те детали, которые вот по фигуре, в частности, которые я, например, не получала ответа от ни от кого. Поэтому мне та информация, которую я тут получила, она для меня очень важна. И, конечно, вот та женственность, любовь, это почему мы так вот все сплотились, это на самом деле благодаря Лене. И сейчас в мире вот этой женской энергии, которая не созидает, да, а разрушает. А женской энергии сейчас очень не хватает. И вот в Леночке это есть, и большая благодарность за это. И это так притягивает, и такой конкретный пример, которому хочется подражать. Про себя могу сказать, что я на Лениных онлайн-вебинарах бесплатных уже примерно год. Да, и ни один из учителей, ну не знаю, или из мастеров, как назвать, я не знаю, как меня назвать, мастер, наверное, своего дела. Вот, но так меня не вдохновлял.
То есть я много чем занималась, то есть у меня большой багаж за плечами. Но здесь она просто до сердца меня проняла. И я почувствовала, что эти вибрации, которые она излучает, они, собственно, прям в унисон. Понимаете, девчонки? И вы все тоже, мы в одних вибрациях, на самом деле. То есть я почувствовала такое родство душ. И я человек непоследовательный, поэтому мне нужно всегда пинки давать. О, вот пинок, девушка, пинок. Пожалуйста. Да, ну на самом деле. Потому что я могу загореться, могу вот просто, знаешь, этим делом. А потом, ну, остываю потихонечку и бросаю. И набираю лишний вес. Да, и все остальное, да. Там депрессия такая, все такое. Здесь я чувствую, что все будет настолько, насколько нам дали вот это, понимаешь, с открытым сердцем. И я думаю, что я приеду домой, что у меня будет все хорошо, я буду продолжать. Вот. И вот фотография, которую я привезла, она с летней давности, девочка мне показывала. Да, там красотка Мэри, да, красотка Мэри такая, знаете. Да, ну потом покажешь. Да, я думаю, что это такой... Вернешься туда. Да, я вернусь, и может даже молодею больше, чем там. Я буду рада. Потому что я... Созванивайтесь раз в неделю. Да, да. Я тоже считаю, что надо отчет требовать. Надо обменяться вообще всеми телефонами. Да, и вот я поздно родила дочь. А зачем в этой группе все телефоны есть? Я еще хочу сказать один момент, что перед тем, как приехать на вебинар, ну, денег совсем нет, если честно, да. И я думаю, ну, это мне недоступно. А потом мы с Натальей начали проходить марафон изобилия Дипака Чопра. Вы, может, слышали? Ого. Да, конечно. Марафон изобилия, да. Вы знаете, на самом деле, деньги откуда-то появились. Они появились. Стали появляться. Да, я даже рассчиталась с долгом, который сначала просто заняла, а потом рассчиталась к семинару, поэтому я уже рассчиталась с долгом. И я думаю, я приеду домой, у него там есть такая медитация на 100 тысяч рублей. Меня они уже там ждут долго. Одноразово или ежемесячно? Пока разово. Они начнут с 100 тысяч. Я ж подбрасываю мысль, которую думать там. Что это будет ежемесячно. Вот, потому что во мне столько сейчас внутренней энергии, и я чувствую, что поток открылся. И денежные, а изобилие – это не только деньги, это и здоровье, это и взаимоотношения, это вообще вот все, что ты хочешь. Это душа, это все это. Так что, девочки, всем желаю изобилия во всех сферах жизни. Могу вы этого все достойны, и вы на самом деле, ну, просто все супер. Вот во главе с Леной, конечно. Потому что Лену я, ну, просто ей восхищена и любуюсь, если честно. И всеми вами тоже любуюсь. Спасибо. Вы такие красивые, такие вот и уникальные. Каждый человек уникальный. Причем не просто какая-то серая масса собралась и что-то там ногами дрыгает. На самом деле у всех... Вот можно поучиться чему-то у каждого. Поучиться... И я очень благодарна вам всем. И мы вам тоже. Я вас всех люблю прямо. И прям готова, прям, не знаю, пожать. Спасибо, будем потискать. Спасибо. Девочки, а я хочу сказать, что благодаря этому семинару я обрела веру в себя. Это раз. И то, что старости нет, я это вот просто поняла и поверила в это. Осознала. Да. Меня особенно вот поразила Ленина походка. Мы вот такие с Валей идем, я говорю, а что мы так идем? Лена ходит, у них как походочка, как море-лодочка, а мы что так? Мы так с ней плечи развернули и пошли. Тоже, говорю, надо это. Походку менять. В общем, вот походка — это первое, что надо нам менять. Девчонки. Походка. Вот, так что желаю всем молодости, красивой походки. И не стареть никогда. Спасибо. Да, девчонки, и общаться нам. Так, я тоже очень рада, что попала на этот семинар. Как я уже говорила, я сама провожу этот эксперимент, что старости нет, да? Угу. И вот на пути моего эксперимента как раз вот этот семинар был то, что надо. Вот. И, ну и вы, глядя на меня, конечно, видите, что старости в принципе нет. Я ничем от вас не отличаюсь. Просто молодец, вы такая умница. И я очень благодарна вам за толерантность.
чтобы меня не отсервировали сразу. Еще старая бабка там еще какая-то тут под ногами путается. Я считаю, что, в общем, я много пользы из этого семинара извлекла, и вот мы с Люмирой уже говорили, мы будем теперь вместе раз в неделю встречаться, и да, и в общем так. И вы для нас потрясающий пример. Да, такой пример. Спасибо вам тоже. Живое вдохновение. Люмира, тоже спасибо, что мама привезла. Не так, что, девочки, если мне 80, а вы все настолько моложе меня, так что вы знаете, старости нет. Супер. 80 лет тоже только начинается. Так что мы вообще школьницы. Я сказала, что в 70 лет жизнь только начинается. И вот 10 лет я этим занимаюсь. Отлично. И результаты у меня, конечно, впечатляющие. Отлично. Вы мой кумир. А теперь я, да, и фитнес, и я в горы хожу. И что я только не делаю. И танцевать, и петь я хожу. Да. Танцевать и петь, почему я вас ни разу не видела? Ну, а как это вы меня можете увидеть, если я, у меня группа, я туда уже Мы танцуем, мы поем под гитару, ходим в горы вместе, медитируем вместе, все дни рождения мы празднуем обалденно. Вместе. Это божий дар, чтобы дали таких людей. Я очень рада, что я в эту группу тоже попала. Ну и все, в принципе, на моем пути все время встречаются люди, которых мне надо. Подобное, да. Елизавета, вы, пожалуйста, заходите в эту группу Skype, да, где мы все, я чтобы вы там были на семинаре. Я поставлю в группу свой полет на Дальпами. Я показывала. Это здесь уже, что ли? Нет, я 80-летие свое праздновала в воздухе. На высоте 4 километра над землей я пролетела 25 минут над Альпами и спустилась в долину. Будем на вас. Причем завязаны с горной реки я уже сплавлялась. И в горы я хожу одна всегда, и горы меня знают, и природу я люблю. Можно просто список составить того, что нам еще нужно. Девочки, хватит работать, пора жить. Жизнь начинается в любом возрасте. Здорово. Спасибо, спасибо большое. Дорогой. И спасибо вам за хорошую компанию, и за толерантность, я говорю, и вообще за сердечность. Спасибо, что приехали. Да, спасибо вам тоже большое. Спасибо. Так что, девочки, старше. Да. Это правда. Есть благодаря... Просто... Лентяй. Вот действительно лентяй. Вот я, можно сказать, признаю, что я лентяй. Поэтому я второй раз приехала. Уже все сказали. В основном, ближе всего мне высказывание Валентины. Мы с ней 3 сентября обе родились. У меня та же самая история. 15 лет назад я была в 36-м размере европейском. Такая красотка невероятная. Вот теперь я поставлю эту фотографию перед носом. На холодильник. Буду всеми упражнениями, всеми практиками и прочим двигаться в ту сторону. Своему минус 15. И вот то, что действительно уникальная группа. В прошлый раз была тоже хорошая группа, но не такая уникальная, как в этот, я уверена. И у меня еще есть новое теперь выражение, когда ты с кем-то знакомишься и видишь, что этот человек какой-то своей чертой, чем-то он очень выдающимся является, на твой взгляд. Это файлик его. Вот этот файлик нужно скопировать к себе. Спасибо. С вас со всех можно снять кучу файликов. Большое спасибо. Флешку давайте. Второй раз у меня как-то все более систематически уложилось, как-то вот поплотнее. Видимо, опять же, больше осознаний, опыта и всего остального. И такие выдающиеся товарищи тут рядом. Спасибо большое. Я надеюсь, что на третий раз... Я приеду, если только вот помолодевшая. Девочка, я люблю, чтобы доказать. Девочки, у меня предложение. Давайте в группу выставим каждую свою фотографию, которая для вас супер-пупер. Вот Валентина в 60, это вот, которая минус это, я в свою 26, и выставлю обязательно. Надо ее достать, будет отсканировать. Кто хочет?
Ну, конечно, это самый рациональный делать. Подарок на мой день рождения. Я хочу посмотреть. Ага. Что ты сказала, я скоро день рождения? Не день рождения, это мой подарок на день рождения. Я говорю, что он самый рациональный. Ну, вот и я тоже себе подарок сделала. И можно я тогда скажу? Мне действительно очень приятно, и я... Ну, во-первых, у меня, конечно, на группах всегда работают. Всегда работают. Но так, как работали вы, махали. Это с такой отдачей. Я смотрю, никто ничего не пропускает. Но обычно к концу там уже какие-то тут побежал, тут убежал. Ну, во... ну а вы прям вот действительно с полной отдачей. Очень интеллектуальные. Очень прям вот прям высасываете эти знания и очень быстро применяете. Вот есть разница. Мы первый день там руку не знали, как поставить и так далее. И последний день сегодня просто сделали все, отмахали и пошли дальше. Вот. И мне нравится ваш прогресс в соматике. Вот прям я его вижу, этот прогресс в соматике. Да. Вот. А я, ну, ко мне приходит информация. Такая, вот, наверное, самая выверенная. Точнее, я просто понимаю, где туфта, а где не туфта. И я беру для себя только не туфту. Вот, и я вижу, что это очень правильное направление соматическое. И по личику это очень правильное направление. Вы видели это моментально на своих лицах. А у нас группа сохраняется. Возьмите и созванивайтесь в этой группе. Вы будете друг друга видеть личики. Я не обещаю, что буду каждую неделю, к примеру, к вам присоединяться. Но вы делаете звонок и отрабатываете что-то. Например, королевскую осанку на первую неделю, например, по субботам. А в следующую субботу уже там волосистую часть головы вместе просто сели и позанимались. И тогда у вас все это дело отложится. Ну и вообще немножечко схватила ваши личные истории. Ну, я же со всеми пообщалась, да. Вот, очень, ну, у вас накоплено бешеное количество жизненного опыта. Он был разный, а вот, и негативный, и позитивный. Но знаете, я вообще волшебница, я об этом никому не говорю. С этого момента все будет просто так круто, что невероятно. Я все. Могу подтвердить на вот 4 месяца назад точно. Просто вот, ну, само собой. Только главное не этот, да, вот как бежать по эскалатору, не стоять на нем, а все равно хотя бы идти, но идти по чуть-чуть, и будет само все проходить даже без усилий, если не останавливаться, голове, то будет. Она большая кашка. Ну, это я запись, мягко говорю. У вас говорю, есть запись. А ларчик ну, просто. Да, давайте друг другу поаплодируем. Мне даже вот